том, что вот массив всех значений, которые тут есть. То есть это тип blob, тип binary, то есть это просто массив байт. Тип boolean, тип integer, тоже опять binary пошло. Окей? Можно запросить не все, можно запросить по конкретному ключу. Дата, адрес key. То есть мы адрес сюда вбиваем, и там, по-моему, был ключ blob, да? Держите. То есть если у аккаунта очень много транзакций, чтобы это все не запрашивать, чтобы это все не ждать, можно просто по одному конкретному ключу запросить. Окей? Так, я на самом деле могу углубиться еще, там, как писать прям сложные контракты, всякое такое, но я так вначале заметил, что вам это не особо интересно и нужно, по крайней мере, пока. Поэтому я предлагаю на этом сейчас закончить, мы уже тем более час болтаем. Если будут какие-то вопросы, подходите, спрашивайте, там, ребята, вот все в чем-то синим. И так, посмотрите документацию, там, в принципе, все есть. Все?